Я приобрела еще несколько молдов с очень крупным декором. Декор я использую для переделки дизайна мебели, поэтому мне нужны не маленькие венделечки, а именно крупные элементы. Такой декор можно также использовать в виде лепнины на стены. Сейчас я покажу, как выглядят готовые элементы, залитые в этих трех молдах. Заливать молды буду литьевым пластиком. Это двухкомпонентный материал. Именно этот заливается в пропорции 60 к 40. Далее тщательно замешаю два компонента до однородного цвета, не меньше 20 секунд. И быстро, но аккуратно залью выемки формы. После того, как пластик застынет, начинается самое интересное – это вытаскивание деталей из формы. Я люблю этот момент больше всего. Узор получился очень большим. Вот эта деталька буквально лежит на двух ладошках. И если отлить несколько таких заготовок и выложить их по кругу, то, к примеру, можно сделать декор на потолке и розетку в месте, где должна висеть большая люстра. Из тех элементов, что я отлила, у меня получился вот такой рисунок. Что-то можно добавить, что-то убрать. Это смотря для чего составляется узор. Мне еще нужно будет отлить несколько таких заготовок, потому что большую часть декора я делаю на заказ. Для тех же, кто, как и я, любит украшать пространство вокруг себя. Ну а как выглядит декор на мебели, я покажу в следующих видео, где буду перекрашивать тумбы.